Короче, это я, а то Юлька. А Юлька, между прочим, сегодня паспорт загран получила. Вот, так что мы скоро, очень хочется верить, вылетим отсюда и будем счастливы навсегда. Потому что не будем. Короче, смотри, мне тут посылка пришла от магазина, интернет-магазина. Маленькая, конечно, такая, я особо много-то не заказывал. Мне, в принципе, в первую очередь рапе интересовало. Ну так, думаю, семечек закажу. Там, конечно, много всяких семечек было. Опа, так, поехали, смотри. Раппе. Между прочим, баночки, скорее всего, алюминиевые. Поэтому тоже пойдут в казаночек. Так, смотри. Ты открываешь, они пустые. Опа, опа. Это, короче, пепел. Пепел какой-то волшебный. Насморок прочищает. Или нос, носовые пазухи, вот. Погружает себя в момент тут, та зараз. Здесь и сейчас. Так, ладно, хорошие баночки. Курипе жалко нет. На сайте, кстати, курипе продавали. 980 рублей стоит. Ну откуда у них щеблоты? Вот, потом, ух, ля, нормально, я думал, поменьше будет. Я палочку купил. Смотри, вот это, короче, дерево. Вспомните бы, как оно называется. Пао-сан. Короче, когда ты поджигаешь это дерево, начинают это выделяться какие-то галлюциногенные там газы. Я уже не помню, там какой-то метилин, метиланинный, бупрофен, триптофан. Короче, главное прокурить всю квартиру, потом все ходят такие, всех. Здравствуйте. Всех, короче, глючит. Добрый вечер. Вот, короче, вот такие палочки. Слушай, вот такая палочка, по-моему, 280 рублей стоит. Ну, пахнет, я тебе передать не могу. Самолет с собой не бери, отнимут. Не, просто себе заберут, скажут, ну, какая хорошая вещь, мы тоже хотим. Так, это что такое? А, вот это почти, говорят, наркотик. Я вообще такое не люблю, но интересно было попробовать. Там вообще сайт, типа вот этот, этно... ботаники какой-то. Ну как ты... Короче, как ты понимаешь, всевозможные прущие вещества из этих, из растений. Это какая-то популярная штука, даже говорят попсовая, экстракт герани. Герань это цветочек, по-моему. Ну написано, что действует, короче, 10 грамм, по-моему. Я уже не помню. Вроде бы 10 грамм было. Говорят, как фен, короче, действует. Ой, там вообще столько всяких приколов есть, там иногда в описании читаешь, там есть, короче, лампочка. Короче, херня, наверное, мед курить. Я вообще не знаю, может быть, что-то другое можно, но у меня только ассоциация с этим. Там, как же там написано? Типа, супер разработка, гениальная разработка российских ученых. Ты понимаешь, вот у людей на большее не хватает, как лампочки для курения какой-то херни придумать. Лампочко. Короче, экстракт герани. Тип стимулятор. Проверим, не особо. Придумать, по-моему, 90 рублей все стоит. Не знаю, 10 грамм. Я, правда, не знаю, сколько. Так, что у нас еще? У меня еще. Так, семечки. Кактус. Так, это, короче, семечки. Табак мапачо. Я буду, как настоящий этот индеец, сидеть с трубкой, с такой дуть. Такую большую дырку. Как этот, как у Карлоса Кастанеды там изображен. Так, дальше у нас такое. Что у нас есть? Оп. Так. Прочитать не могу. Кактус, короче. А, торч, точно. Это, короче, кактус какой-то. Волшебный. Видишь, сколько семечек. А вдруг выращу? Я потом ко мне приедешь. Я тебе кактус сварю, музыку включим, я тебе буду эти мантры какие-нибудь сатаны читать на ухо. Иерусалимский, я уже, а, перуанский торч вот прочитал. Я в это читать плохо умею. Так, и какие-то еще селена копенис. Там вообще столько всяких семечек, а денег-то не было, там можно было даже корень мандрагоры вырастить, прикинь.
это растение, которое хотело стать человеком, но видно не стало. Я говорю, хорошая амулет. 300 рублей, что у меня жаба задает. Поэтому если возьмешь себе, можешь пару семечек мне отсыпать. Так, дальше. О, и пяти. Пятипроцентный. Смотри, ля. Там можно аж трепануть. Пятипроцентный купон в следующий раз. А что тут возить надо? Вводится в окне корзина. Редкая этноботаника. Что, все? Какую-нибудь наклеечку бесплатную. О, магнитик. Ой, как здорово. У меня, правда, холодильника нет. Но магнитик теперь есть. Прикольно. У меня теперь реклама будет всегда. А где табак? Сейчас табак где. А, вот и табак Мапачо. Видишь? 10 грамм. Чаем как. Забьем трубку мира. Короче, что еще хотел сказать? По поводу доставки. Обещаю, что доставляют вообще по всему миру. Доставка, короче, все так медленно работает. Я привык, что у нас в Украине, когда я в Украине, тогда у нас, сейчас, в принципе, у нас в Москве, короче, работают очень быстро. Я привык, что если ты сегодня до 12 часов дня позвонил и сделал заказ, то завтра до 4 часов дня, скорее всего, с вероятностью почти в 70%, ты уже ходишь счастливый обладатель вот этого товара. Ну, здесь походу не так. Тут вам не там. Вам. Короче, отправляют они с Ярославля. Не знаю, вообще зашифровано. Я говорю, давайте я приеду, заберу. Они говорят, нет, у нас нигде нет. Вот. Отправляют с Ярославля. 4 числа я заказал, 10 получил. 6 дней. С ума сойти можно. Я не знаю, кстати, есть мухоморы, но я бы все мухоморы там бы не советовал заказывать. Да я вообще те мухоморы не советовал жрать. Нафиг оно надо. А то, знаешь, все побежали, я побежал. Что за детский сад? Закажи себе что-нибудь интересное. Все. А что-то хотел. Короче, ссылка в описании, естественно. Вот, ссылка. Можешь мне там еще оставить какой-нибудь отзыв полезный. Все, короче. До встречи в Таиланде. Скоро там увидимся с тобой.